А если ты меня опять обманешь? Я тебя еще ни разу не обманула. Не приписывай мне поступки Пласида. Я была заперта в сети и не знала о них. Ладно, я дам тебе доступ. Финальмон, иди за мной. Надо же, вы так любите это место. Хотя, если честно, со стороны вы не похожи на набожных. Богов мы оставили на Гаити, теперь мы справляемся без них. Сюда. А как так вышло, что Пласид не знает о биочипе? Он ничего не понял по сканам. Немногие знали о налете на Кампеки. Пласид не знал, он... Юнбетиба. Куда мы идем? Скоро увидишь. Дозорный не заметил, что у тебя биочип. Странно. Он тебя просканировал? Нет. А что? Это осложнило бы работу. Это бывший туннель метро? Нет. Часть межконтинентальной маглевной системы. Все штаты были соединены. И система, и сеть распались после войны. Vieux courant. Bon. Мы ведем тебя в киберпространство. Там ты сможешь взаимодействовать с конструктом. Чем это отличается от простого нетранинга? Интерфейс показывает слои данных прямо из сети. Их можно считывать. Обычные нетранеры видят только карту. Им недоступно то, что под поверхностью. Оборудование слабовато. Откуда мне знать, что я вернусь? Есть какие-то гарантии? Ты будешь в нашей цифровой крепости под надзором. Под вашим надзором. Если бы ты знал, что можно встретить в сети, не пытался бы спорить. У вас что, есть своя версия синтеховского интерфейса? У нас есть своя версия для всего. Мы ничего не берем из города. Так, секунду. Сначала объясни, зачем вам понадобился Сильверхенд. Мы хотим связаться с Альт Каннингем. Она была близка с Сильверхендом. Альт? Чип, который хранила Арасака, единственный путь к ней. Альт Каннингем. Слышал о ней. Да? Где? От кого? Джонни про нее рассказывал. Правда, немного. Джонни? Думаю, самое время ей сказать. О чем сказать? О нас. Конструкт активен, и мы с Джонни можем болтать время от времени. Угу. На это мы тоже посмотрим. Ты мне не веришь? Думаешь, я разговариваю с вымышленным другом? Мало известно о том, как энграммы взаимодействуют с нейронной сетью человека. А вот мне известно, для человека это добром не кончается. А как вы хотите связаться с Альт? Мы выделим с биочипа уникальную часть энграммы Сильверхенда. Альт ее узнает. Если годы за черным заслоном сохранили в ней что-то человеческое, она ответит. Эй, ты не говорила, что нужно будет штурмовать черный заслон? Только что сказала. Direction connecté. Connection stop. Что вообще такое черный заслон? Я знаю, что... Ты знаешь, что говорит сетевой дозор. Последний бастион против эскинов после войны. Победа человечества над хаосом. Узнаю субботнюю рекламу Дозора. Только черный заслон тоже эскин. Условия его работы не пропускать ничего с обеих сторон. Если бы эскины думали, как люди, его бы сочли предателем. Слушай, можешь рассказать, чего вы хотите от Альт?
Только она одна знает безопасный путь за черный заслон. Когда придут перемены, мы хотим быть с победителями. Перемены? Когда создали черный заслон, все думали, что этого хватит, что лед отпугнет диких эскинов. Но прогресс идет, его не остановить. Скоро катастрофа повторится. Обязательно. И очень скоро. Корпорации даже не замечают опасности. Но мы будем готовы. Джонни, похоже, ты будешь приманкой. Тебя это устраивает? Да мне похуй, делай, что говорят. О, нет. Только не ванна. Мы должны подготовить тебя к прыжку в сеть. Ты не привык к таким перегрузкам. Не выпендривайся, Ви, делай, что она говорит. Я не хочу, чтобы меня замкнуло. Можем работать. Кимун Гибар протежили. Леон avec Jean-Kiri. Ну, что теперь? Пари. Джонни. Пари, плонжи. Где мы? Это наша борда, цифровая крепость. Мост в глубокую сеть. Тут все такое живое, настоящее. Киберпространство все время движется, меняется. Интерфейс подстраивает поток данных под возможности твоего мозга. Но ты совсем особый случай. Ты сейчас видишь больше, чем я? Да. Киберпространство всегда такое. Тробе. Ладно. Что теперь? Можно начинать. Все готово. Мы усилили твою связь с нейронной сетью Сильверхенда, чтобы взять фрагмент конструкта. Нам нужны данные об Альт. Только о ней. Это займет всего... Прижи. Происходит. Только у меня есть. Так что если тебе, как всегда, нечего предложить, отъебись! Блять. Это из-за концерта или Керри? А?
Мы торопимся. Посмотри на себя. Аж вспотел от злости. Это было классно. Да. Даже жаль, что у нас ничего не выйдет. Тебе обязательно надо все запарывать, а? Каждый, сука, кайфовый момент испортишь. Для тебя кайфовый, а на меня насрать? Тебе вот обязательно вести себя как скотина, Джонни? Чего тебя сегодня так накрыло, а? Не только сегодня. Мне казалось, творческие люди должны улавливать намеки. А тебе хоть бы что? Нормально же общались. Что тебе не нравится? Обижаешь, подруга. Ты же знала, на что подписываешься. Ладно бы ты был просто харизматичный, самовлюбленный мудак, Джонни. Ладно бы ты гнался за своей мечтой, как ненормальный. Я бы слова не сказала. Но? Но все это фикция, как и этот концерт, как и ваш самурай. Это фальшивка, обман зрения. Ты не рокер, Джонни. Просто прими это. Ты мог бы стоять на улице, как эти несчастные торчки, пускать пену изо рта и скандировать смерть Арасаки. Понятно. Ты типа видишь меня насквозь. Ты знаешь, о чем я. Но перед собой тоже притворяешься. Это у тебя офигенно выходит, притворяться. Ты, наверное, что-то попутала. Мы встречаемся, чтобы трахаться, а не чтобы ты ебала мне мозги. Ты просто боишься, что ты, что Керри. Только у меня есть яйца, чтобы бороться против Арасаки. И это вас пугает. Всех вас. Конечно, Джонни. Никто во всем Найт-Сити тебя не понимает. В этом и проблема. На сегодня я уже наебался под завязку. Так что можешь выметаться. Знаешь, мне казалось... Что это нечто большее? Что у нас отношения... Такие, что можно ебать мне мозг по каждому поводу. Тебе именно показалось. Эй, ты куда? У меня встреча. Силерхен! Эй! Мощно выступил! Аль. Не надо. Хватит. Bless away, bless. Dance a rebel path. Пойдем отсюда. Выпьешь с нами по капельке, Сильвер Рокер? В другой раз, Чумбы. А если другого раза не будет? А? Джонни! Отпусти!
неплохо тебя отделали. Давай, подъем. Сколько лет, сколько зим. Сколько? Недели две прошло, как я тебя собирал. Я успел соскучиться. Не пизди. Я кому повторный осмотр назначил? Мог бы хоть позвонить, тупорылый ты говнюк. Он мне как сын. Я уж вижу. А где Альт? Какая Альт? Она была со мной. Он привез только тебя. Сука, ее забрали. И что, никто не видел? Спасителя своего спроси. Говорит, его зовут Томпсон. Это была Арасака. А, у тебя во всем виновата Арасака. Ха, так она во всем и виновата. Надо поговорить. Так, ладно. На соплях, но держится. Посиди тут хотя бы пару часов, а то швы разойдутся к херам. Ага. Джонни. А, в пизду. Все равно не послушаешь. Что ты видел? То же, что и ты. Они приехали за ней. А ты просто был рядом. А ты стоял и задумчиво дрочил из-за угла, размышляя о смысле жизни. Если бы я вмешался, нас бы покромсали обоих. Скорость реакции у парня заметил? Не успел, скорее всего. Такие запчасти, как у него, на дороге не валяются. Так... Чего ты хочешь? Зачем ты меня вытащил? Откуда такой альтруизм? Ищешь материал для своей газетки? Нет. Материал у меня уже был. Только его запихнули в фургон и увезли, черт знает куда. Ты... будешь с этим что-то делать? Она вроде твоя девушка. Не твое собачье дело. Сам не уверен. Я слышал, что не все гладко в датском королевстве. Мне так-то не интересны ваши сердечные драмы. Я хочу знать, зачем ее забрала Арасака. Думаю, Альт – случайная жертва. На самом деле им нужен я. Ты вообще знаешь, кем она работает? Она чуть ли не лучший нетранер в городе. Ну и таких дохера. Арасаку может интересовать только то, что ее ебет Джонни Сильверхенд. Она работала на ITS. Делала для них очень хороший черный лед. Такой, что не расколешь во всех смыслах. Арасака охотилась на нее. Обычная межкорпоративная разборка. Погоди-ка. Альт хотела встретиться с тобой. Угу. Просила, чтобы я ей помог. Были причины. Корпораты давно за ней охотились. Но до этого она как-то уходила от их клинков. То есть она боялась и пошла к тебе? Ага. И я начинаю понимать, почему. Окей. И чего они хотят? Слово «душегуб». Тебе о чем-нибудь говорит? Конечно. Не у каждой городской легенды такое хуевое название. Это не легенда. Душегуб существует.
И твои чумбы из Арасаки уже взяли на работу его создательницу. Ты только представь, что Арасака будет творить с душегубом. Подумать страшно. Ты понимаешь, о чем я, Рокер? Они нагнут нас всех. Душегуб обнулит любого нетранера, который хотя бы пальцем тронет их лед. Я видел таких. Физических повреждений нет даже в нервной системе. Никакой агонии и криков. Просто активность мозга вдруг прекращается. Словно кто-то вынул вилку из розетки. Или вырвал душу из тела. Кто только верит в такую херню. Пошли. Окей. Что ты думаешь? Я весь внимание. История стара как мир. Арасака хотела меня спровоцировать. У нее получилось. Ну а ты чё, пойдёшь со мной? Куда? В Арасака Тауэр. Отбивать Альт. Вдвоём? Тебя так сильно об асфальт приложили? По дороге заскочим в Атлантиду. У меня там свои люди. Буду в машине. Только давай быстрее. Подождешь. Сколько надо. Где бестия? Наверху. Сядь. Не рыпайся. Сильверхэнд! У меня тут счет с твоим автографом! Сегодня тебе повезло. Большое спасибо. Выпьешь? Давай, как обычно. Видел бестию? Она наверху. А я слышал, вы уже не... Это ты ослышался. Ну, привет! Ёбаный в рот. Джонни, можешь помочь? Ты же вроде со мной не разговариваешь. Да ладно. Сейчас вот разговариваю. Что теперь? А теперь можешь идти нахер. Ты видела, с кем он разговаривал? Мне нужны. Джонни. Энгельс, как дела? У них какая-то закрытая встреча. Бестия тоже там? Да, но... Понял, понял. Закрытая встреча. Да я только спросить не ссы. Ненавижу этот город. Джонни. Я тебя не знаю. Это не проблема. Главное, что все знают Джонни Сильверхэнда. Бестия. Не думал, что мы пересечемся. Мы ждем клиента, который не хочет светиться. Ага, настолько, что решил не приходить. Тогда и нам нечего тут сидеть. У меня тоже есть для вас заказ. Срочный. Но я заплачу. Сколько? Не лезь. Это не твое дело. Мое. Рокер готов раскошелиться. Ты что, не видишь? Нет у него никакого заказа. Он пришел поиздеваться. В прошлый раз он... Значит, в этот раз. Будь умнее. И возьми деньги вперед. Ну так, сколько, Рокер?
Дело связано с Арасакой. Я пойму, если вы не возьметесь. Хотел заинтересовать? Получилось. Если ты хотел получить скидку для друзей, это не ко мне. Да ладно. Вы же только ищете повода устроить махач с корпоратами. Так-то да, только не за даром. Такие приколы только для рокеров. Я плачу по двойной ставке. По тройной. И сам идешь с нами. Если она тебе не доверяет, то и я тоже. По рукам. Хорошо. Срочный заказ, говоришь? Джонни, ты что, не видел, что тебя пасли? Мистер Сильверхэнд, пойдешь с нами. Хочешь отвезти меня к Альт? Так я и думал. Сдавайся! Хочешь поиграть? Ты все так же популярен. Побери! Мне этого не хватает. Вертолет? Серьезно? А вот и на этот раз вылез. Вот так! Отлично! Победили. Неудивительно. Надо выбираться. Так тебе и надо. Ты объявляешь войну целой корпорации. Соберитесь, не зевать! Вот это я одобряю! Сука! Давай, Лив! Займись! Надо сваливать отсюда! Скорее! Есть еще кто? Никого? Нет? Так я и думаю, сукин дети. Закончим, хоронить будет нечего. Сколько тебе еще ждать? Я тут немного занят. Снизу их будет еще больше, поверь мне. Нельзя его упустить! Мы парканулись снаружи. Ты с нами? Меня Томпсон ждет в машине. Журналист, ты не знаешь. Не высовываться! Если попадут по машине, нам пизда!
А вот это было неплохо. Что дальше? Их надо скинуть. Справа переулок, сверни. Ну что, держишься? Ну вот, кажется, и все. Брошим где-нибудь машину и поболтаем. Кого нам надо вытащить из Арасаки? Нетранершу из ITS. От Каннингер. О, понятно. Ее, наверное, отвезли в башню. Чем дальше, тем лучше. И что вы хотите делать? У вас есть какой-то план? Да, отвлечем их. Немного пошумим. Сыграем у Арасаки под самыми окнами. Отожжем так, чтоб стекла повылетали. Этот концерт все запомнят. Наши корреспонденты, которые находятся рядом с Арасака Тауэр, сходятся в том, что на площади было распылено психогенное вещество, изменившее поведение людей. Неплохо. Ты что, снимаешь все это? Да. А что? Хочешь передать привет маме? Делай, что хочешь. Только не мешайся. Давно знаешь этого Томпсона? Ну нет. А что такое? Не нравится он мне. Пресса всегда к неудаче. Чего? А представь, если его запись по закону подлости найдут. Запись, где мы бегаем по Арасака Тауэр. Подумаем об этом, когда выйдем отсюда. Давай, да. У нас мало времени. Пока его прячем. Центральный компьютер. Надо его найти. Там упаде. Все-таки есть польза.
Хана тебе, крыша! Я. Ах ты, сука! На-ка. О, теперь понимаю, почему мы его... Три, два, один... Где? Отойди оттуда. Ты объявляешь войну целой корпорации! Это было круто! Настоятельно рекомендую ей не мешать. Что ты сделал, Сальт? Я посадил ее работать над проектом всей жизни. Иди-ка ты к хуям! Слышишь? Альт. Она... Альт, нет, только не это! Сука! Джонни. Ты совсем охуел? Ты что, еще пишешь? Это все, что мы можем. Рассказать людям правду. Не изменишь! Она не... Джонни! Прекрати уже! Убить его хочешь! Нам надо идти. Джонни! Она... Ну, говори, а то лопнешь. Расскажи, что потом стало с Томпсоном? Не знаю. Мы с ним больше не работали. Может, потому что ты его разъебал, чтобы злость сорвать? Ты не понимаешь, он же падальщик. Хер раз два бы он помог Альт. Ему была нужна история. Он же охуел от радости, когда увидел, что Арасака ее обнулила. Да этот уёбок сам бы, блядь, её убил, лишь бы снять материал получше. Ты мне даже половины про Альт не говорил. Правда? Например, о чём? Не знаю. Что вы были вместе, что она создала душегуб, что она умерла. Как она нам поможет теперь? С того света? Она не умерла. Ей удалось сбежать. Я видел тело. Альт перешла в сеть. Да ты гонишь. Я наслушался про гениальных нетранеров, сбежавших в большую прекрасную сеть. Не думал, что ты веришь в такую херню. Я не буду тебе ничего доказывать. Просто делай, что я говорю. Когда ты узнал? Альт вышла на связь немного позже. Ну и? Что сказала? Что ей не вырваться из сети Арасаки. Но они ей ничего не сделают. И вообще попросила больше ее не искать. Да? Чё так? Она хотела, чтобы в этот раз я им все простил. Потому что и так уже много людей погибло зря. И что ты сделал?
Для начала купил 2 термоядерных заряда. И вернулся в Арасака Тауэр. И бестия пошла. С тобой. Я хорошо ей платил. Ты же говорил, она лучшая. Она могла и отказаться. По какой такой причине она решила работать на рокера-суицидника? Мало того, который постоянно огребает от Арасаки. Видишь ли, тогда по-другому было. Наемники не продавались корпорациям. Достаточно было крикнуть «Ебем мать и Арасаки!» И все бы сразу обкончались от восторга. И бестия тоже. Думаешь, Альт еще жива? 50 лет прошло, и ты их провел в Микоши? Дозор уже давно мог ее выследить. О, они пытались. Корпоратские крысы ничего не могли сделать свободному ИИ, который знал, как думает человек. Пока они искали ее в Хрустальном дворце, она строила ебаный город духов для Кантао. Вудуисты вроде бы знают, где она сейчас. За черным заслоном. Там, где ее не достанут. Брижит ищет способ за него проникнуть. Просто чтобы найти Альт и поговорить с ним. Ты, наверное, не потянешь. В состоянии конструкт. По уцелевшим данным, Альт увидит, что он аутентичен. Что это вообще значит? Для меня прошло явно больше минуты. Я увидел большой кусок жизни Джонни и Альт. Вероятно. Данные, которые были связаны с Альт, оставили яркий след в памяти конструкта. Очень яркий. И эти воспоминания вызвали сильную эмоциональную реакцию, которая спроецировалась на твое сознание. Да уж, эмоций было через край. Так что, у нас получилось? Да, мы получили нужный фрагмент из энграммы Сильверхенда. Теперь все готово для связи с Альт. Сначала нам нужно пройти дальше. Туда, где уже нет границ. За черный заслон. Немногие переходили на ту сторону. Никто не возвращался. Она будет первой. То есть, получается, вы понятия не имеете, что на той стороне? Мы скоро это узнаем. А вот тени, которые я вижу... Это дикие искины пытаются найти проход. Я выполнил свои обещания. Твоя очередь. Давай ты удалишь энграмму Джонни до того, как мы перейдем через эту стену. Мы не пойдем туда. Ты один перенесешь код на ту сторону. Блять, как я не догадался. Похоже, ты изначально не собиралась мне помогать, да? Теперь это не имеет значения. Ты доведешь дело до конца. Видимо, выбор у меня небольшой. Але. Как мне перейти на ту сторону? Брижит? Альт! Джонни. Тебе нельзя здесь оставаться. Альт Каннерли. Джойс, я по атаке Нетвокла. Брижит, что происходит? Они взломали наши порты. Мы не имеем к этому отношения. Дозор. О, что? Здесь
весь дозор меня не достанет. Это правда ты. Так что это было-то вообще? Ты не смогла их просто убрать? На этот раз дозор хорошо подготовился. Сука, наверное, Мосли постарался. Что стало с Брижит и вудуистами? Мне пришлось их удалить. Дозор атаковал меня через их борды. Удалить? Они что, умерли? Все? Что, вдруг стало жалко этих хуесосов? Черт, это я привел сюда дозор. Их агент, наверное, подкинул мне трекер, по которому они нас выследили. Ага, сделал вид, что удаляет вирус вудуистов, а сам заменил его на свою херню. Так они и добрались до тебя. Это не имеет значения. Вся подсеть была уничтожена. Альт, если ты вытащила нас оттуда, значит, у нас с тобой все нормально? Ты на меня не злишься? Я распознала код твоей энграммы, но мне неизвестно, зачем ты здесь. Хочу получить должок за то, что вытащил тебя из Арасака Тауэр. Ви, это Альт. Лучший нетранер в Найт-Сити за всю его историю. Альт, это Ви. Ты должна спасти ему жизнь. Видишь, Джонни уже все обдумал и распланировал. Вопрос только, чего ты хочешь в обмен на помощь? Пропагандисты Дозора делают успехи. Ты воспринимаешь меня как дьявола, с которым нужно подписать договор? Слушай, я просто пытаюсь выжить. Я не могу тебе помочь. Или не хочешь? Не могу. Чтобы это сделать, мне понадобится доступ к более сложным технологиям. В смысле? Это же твоя программа. Ты создала душегуб. У программы, которую я создала, мало общего с тем, что потом сделала из нее Арасака. Ладно, что думаешь про Микоши? Там достаточно сложные технологии. Если бы у меня был доступ к Микоши, ее бы уже не существовало. Отлично. Тогда давай так. Мы пустим тебя в Микоши, а ты поможешь Ви. Согласна? Лучший в истории Netrunner Night City не может сам пробраться в Микоши? Меня там слишком хорошо знают. Они поставили слой черного льда, на котором буквально написано мое имя. Прямо как арестантская роба, сшитая по заказу. Я сделаю все, чтобы не оказаться там снова. Так ты знаешь, как можно мне помочь? В Микоши я смогу создать твой конструкт с помощью душегуба, а затем отделить твою нейронную сеть от сети Джонни. После этого я имплантирую твою энграмму обратно в тело. Погоди. То есть, чтобы меня спасти, надо сначала меня убить? Твое сознание, нейронные энграммы, будет записано в виде данных. Остальное перестанет существовать. Остальное? Душа. Те, кто назвал мою программу душегубом, точно отразили суть того, как она действует. Сука, я даже слушать не хочу эту лабуду. Ви просто вернется в свое тело, правильно? Ничего не изменится. Все изменится. Ты это хорошо понимаешь. Ладно, план у нас есть. Как ты собираешься проникнуть в Микоши? Это не получилось даже у моих армий. Так в этом как раз и проблема. Ты создавала их в сети. А мы делаем ставку на человеческий фактор. Мы найдем людей и пробьем окно в Микоши. Джонни немного приукрашивает факты, если что. Я понимаю, ты ему не очень доверяешь. Но даю слово, мы проложим для тебя безопасный путь в Микоши. У меня и у человеческого фактора есть что-то общее. Так мы договорились? Да, мы договорились. Найдите путь к Микоши. А я подготовлю программу, которая поможет вам перемещаться в их сети. Как с тобой связаться, когда будет готово? Вот адрес борды. Мы будем общаться по защищенному каналу. Альт, пока ты не ушла, нам надо поговорить. С глазу на глаз. Нет, это представляется невозможным. Ah!
класс. Даже я бы лучше не придумал. Собаки – собачья смерть. Я тоже рад такому повороту, но нам пора сваливать. Да, остался же еще этот мрачный хер. Pas loin, non? Moi, quand ça me dit...
раз и блядь. Слушай, ты смотришь новости про Арасаку или порноху комментируешь? Какая смешная шутка. Ты только посмотри, что они сделали с этим районом. Что ты сейчас расскажешь, как планируешь уничтожать Арасаку? Я сейчас расскажу, как я ненавижу мелких воришек, которые думают, что если переступили порог посмертия, то сразу стали мятежниками. Ты думаешь, что борешься с Арасакой, а на самом деле тебя уже раздавили, как червяка, и оставили догнивать на обочине. Сказал самый херовый террорист в истории человечества. Мне напомнить, как Арасака тебя убила и засунула в чип? Ты кочевник. Тебе не понять, что значит сражаться за этот город и умереть за него. Ты конченый мудила. А ты тупой хуй. Как знать, может, мы все-таки подружимся. Как много ты, однако, знаешь о моем прошлом. Но это как раз логично. Ты видишь фрагменты моих воспоминаний и о твоих. Мне абсолютно насрать. Просто объясни, зачем ты доебываешься? Мы можем помочь друг другу, Ви. И как я должен тебе помочь? Уничтожить Арасаку? Я даже не знаю, что это значит. Всему свое время. Пойдем уже отсюда. Кажется, Джонни. Ты решил идти против Арасаки, потому что ты сам не знаешь, чего хочешь. А ты смешной. Ты получил шанс на новую жизнь, но так и не придумал, что с ней делать. Ты ничем не отличаешься от чуваков, которые годами не отключаются от визоров у себя в мегабашнях. Ладно, я скажу тебе, почему я хочу разрушить Арасаку, но скажу только один раз. Будешь слушать? Окей. Я видел, как корпы забирают у фермеров воду, а потом и землю. Видел, как они превращают Найт-Сити в машину, которая ломает судьбы, уничтожает надежды и выкачивает деньги. Они давно получили контроль над нашей жизнью, но теперь им нужны и наши души. С этим сложно спорить. Может, ты и прав. Ви, я объявил им войну не потому, что меня угнетает капитализм. И не потому, что у меня ностальгия по старой Америке. Это война людей против системы, которая перестала нам подчиняться. Борьба с блядскими силами энтропии. Ты меня понимаешь? И я буду бороться. Чего бы мне это ни стоило. Придется убивать. Буду убивать. Нужно будет твое тело. Я его, сука, заберу. Джонни, погоди. Давай... Твою мать. Джонни. Ты пока не видишь опасности. Но это пока.